слушайте, вы уже в работе, вы уже в заказе. Для вас я, как ЕСУ, являюсь объектом для комфортного нападения. То есть, исходя из простой логики, Женя, исходя из простой логики, мы должны перехерить абсолютно все, просто исчезнуть, да? Просто исчезнуть и перестать работать, и все, да? Паш, вопрос идет о другом такое, либо с нами, либо исчезнуть. Паш, вопрос идет о другом, что в какой-то определенный момент мы с вами, я в частности, поролся спиной. А вы воспользуетесь этой ситуацией, более того, неоднократно протянул руку помощи. Кузьменко в частности, подчеркиваю, Паша, я не устану это повторять. Ты мне его привел, он мне нахуй не обосрался. А я ему помогал в его ебаной газете. Только потому, что он мне просит, помоги мне, пожалуйста. И я ему помогал, он мне нахуй не обосрался. Аутсайдер, блядь. Труп политический. Ты говорил, что я... Одну секунду. Ты говорил мне, что я в своих высказываниях очень откровенен и неискренен. Я при Жене говорю, так я еще раз повторяю, что я назвал бы своего маразматика. В таком маразматике. Поэтому, ну ты мне вчера сказал, за твоей спиной просматривается Женя. Он не просматривается. Он мой партнер и товарищ. Я тебе сказал больше того, что за твоей спиной в любом проекте просматривается Женя, вне зависимости от того, есть он или нет такого восприятия в городе. Разговаривали мы с тобой именно в этом контексте. Так вообще, друзья, и мне хотелось, чтобы то, что я сказал, соответствовало смыслу. Я не сомневаюсь в этом. Мы с Борисом разговаривали, он задал мне вопрос. С чем связан антагонизм к нему определенный в городе?